Совет по делам религии – государственный орган при правительстве СССР, занимавшийся вопросами религии на территории Союза Советских Социалистических Республик в период с 1965 по 1991 годы. История и функции. Совет по делам религии был создан в декабре 1965 года по окончании хрущевской антирелигиозной кампании в результате слияния двух органов, подведомственных Совету министров СССР, Совета по делам Русской Православной Церкви и Совета по делам религиозных культов. Основной целью нового учреждения стало последовательное осуществление политики советского государства в отношении религии, контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах. Совет принимал решения о регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и закрытии молитвенных зданий и домов, осуществлял связь между правительством СССР и религиозными организациями на местах и имел подчиненных ему уполномоченных лиц. Все служители культа в СССР для осуществления своей профессиональной деятельности должны были иметь регистрацию Совета. Несмотря на формально декларируемое невмешательство государственных органов в дела религиозных организаций, Совет пытался контролировать их органы управления, в частности Святейший Синод Русской Православной Церкви, заместитель председателя Совета В. Вурсов, отчитываясь перед ЦК КПСС за период 1974, начало 1975 годов, утверждал, Синод находится под контролем Совета. Вопрос подбора и расстановки его членов был и остается всецело в руках Совета. Ответственные сотрудники Совета проводят систематическую, воспитательно-разъяснительную работу с членами Синода, устанавливают с ними доверительные контакты. В поздние брежневские годы Совет был значительно укреплен. В 1976 году его уполномоченные были приравнены по материально-бытовому обеспечению и обслуживанию служебными автомобилями к начальникам главных управлений при СМ Союзной Республики, руководителям ведомств Автономной Республики, начальникам самостоятельных управлений краисполкомов и облисполкомов. А в 1980 году штат Совета был увеличен на 40%. В 1980 году было установлено, что уполномоченный назначается Советом, но по представлению местных властей, Советов министров союзных и автономных республик, исполкомов краевых или областных советов народных депутатов. В то же время в 1970-е годы был создан параллельный республиканский орган Совет по делам религии при Совете министров Украинской ССР. Отношения между двумя советами были отнюдь не гладкими. 24 февраля 1977 года Союзный Совет даже принял специальное постановление, которым критиковал Украинский Совет за занижение показателей по правонарушениям среди духовенства и за необоснованные отказы в регистрации религиозных общин. Вызванные политикой перестройки и гласности перемены в советском обществе оказали существенное влияние на деятельность Совета по делам религии. В 1991 году Совет был лишен регистрационных, распорядительных и контролирующих функций. Назначением Совета стало обеспечение права граждан на свободу совести и их равноправие независимо от отношения к религии, равенство всех религий, вероисповеданий перед законом, соблюдение принципов отделения церкви от государства и школы от церкви, а также укрепление взаимопонимания и терпимости между религиозными организациями различных вероисповеданий внутри страны и за границей. Постановлением Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 года Совет по делам религии был упразднен. Председатели Совета: Георгий Григорьевич Карпов, Иван Васильевич Полянский, Алексей Александрович Пузин, Владимир Алексеевич Кураедов, Владимир Алексеевич Кураедов, Константин Михайлович Харчев, Юрий Николаевич Христорадов.